Еще одна посылка из Китая. Я ее разворачивал, смотрел, что в ней, но я забыл. Давайте посмотрим. Очень жестко запаковано. В хорошем смысле. Опа. И это вот такая супер гигантская пчела. Честно, я ее заказывал еще весной, до того, как додумался нормально заняться изготовлением мух сам. Конечно же, ее еще не использовал в работе. Стоила она дохренище, по-моему, $7. Это как бы, ну, дорого. Купил я ее, не знаю для чего. Да ё-моё, сейчас. О, я думал, она намного меньше, если честно. Я ее брал на головля. Ну, как бы, она похожа. Похожа на какого-то зверя. Может быть, даже на пчел, которые водятся у нас. Игру я ее не проверял. Мне кажется, если головой будет на нее клевать, он будет клевать именно на падение. Тройники здесь отстойные. Толстые и... цепляются, но я бы не сказал, что они острые. Ну, короче, в нашу коллекцию ляжет эта пчелка. И как-нибудь мы ее обязательно опробуем. Коробочка. Вот такая Tournament Tackle какой-то. Очень известная фирма, в кавычках. Ну, сделано довольно качественно. Крылья не отваливаются, все приклеено, припаяно. Но это, конечно, на гигантского головля. Потому что крылья жесткие. Я думаю, они как-то, может, будут мягенькие. Ну, будем пробовать. Вот такая покупка из Китая с AliExpress.